Папа Римский Франциск извинился за то, что ударил по руке женщину на площади Святого Петра в Ватикане. Инцидент произошел 31 декабря, когда папа вышел на площадь, чтобы пообщаться с верующими. Франциск пожимал многим руку, но неожиданно одна из женщин, стоявших за ограждением, схватила его за руку и стала тянуть к себе. Папа попытался вырваться, после чего ударил ее по руке. Это видео широко разошлось в соцсетях, и на следующий день понтифик извинился. La pacienza dell'amore. Любовь делает нас терпеливыми, но иногда мы теряем терпение. Это случилось и со мной. Прошу прощения за ужасный пример, который я подал накануне. Аккурат перед этим папа Франциск на новогодней литургии прочитал проповедь, где говорил о насилии, с которым сталкиваются в современном мире женщины. Возрождение человека началось с женщины. Женщины – источник жизни. И все же их постоянно оскорбляют, избивают, насилуют, заставляют заниматься проституцией и отказываться от жизни, которую они несут в своем чреве. Насилие над женщиной – это профанация Бога, который родился от женщины. Спасение человечества пришло от тела женщины. Наш уровень человечности соизмерим с тем, как мы относимся к телу женщины. Da come trattiamo il corpo della donna, comprendiamo il nostro livello di umanità. Подпишись, подпишись, подпишись и оставайся всегда с нами.